Привет, привет. Да я вот не знаю, включать, не включать звук, у меня сосед опять устраивает сатанищу. Это просто пиздец какой-то. Сейчас услышите. Сегодня она хлеще, чем обычно. Вот это вот Пандора, так Пандора. Так, звонок, секунду. Так, все должно кабельное прийти делать. Так, теперь вопрос, что лучше, трансформить их или загрейдить скелетов? У них шестая, пятая скорость, у меня шестая, так что грейд, ну, он хоть и хорош, но не так сильно нужен. Так, да, можно еще одного героя сразу купить. Эту бабу по золоту, к примеру, сконвертить беса ее. Keeps me breathing. Hear me screaming. Так, замечательно. Значит, вот прямо без всяких этих лашпеков. Все. Отаки. На ГС проверить, да? Гундулом. Ну давай. ГСа нету. Хороший рельеф. И количество как раз такое подходящее. 20 штук ровно. Похоже на экспу какую-то, наверное. Ну, короче, то, что надо. Как можно больше наверх стянем. Вот так вот. О, слышите, да? Эти божественные звуки. Сраный мудозвон. Иди работать. Такое ощущение, что он мне прям в ухо сверлит. Да, мудак с соседней квартиры. Я не знаю. Это жесть какая-то, конечно. Что это такое? Как неприятно, да?
пробиваешь-то? Весь воздух отвратительно, просто отвратительно. Я еще героя разбил. Это могло быть спокойно 15, ну не спокойно, но чуть больше их должно было быть, и 15 000 опыта. Такое вот дерьмо. Привет, Степаш. Няш-мяш, Степаш. Че, героя разбил, да? Угу. Ну, просто так рестартить не будем. Надо посмотреть второй ход обязательно. Дороги неплохие. Посмотрим, как будет качаться Галтран. Скелетов прилично. 135 штук на дороге не валяются. Да и сейчас нужно дождаться этого монтера. Так, сейчас я...